Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе выборов в Госдуму. В следующем году депутатов Нижней палаты парламента будут избирать на несколько месяцев раньше, в третье воскресенье сентября. В России это единый день голосования. Ранее законность такого переноса, отвечая на запрос Совета Федерации, подтвердил Конституционный суд. Изменение даты проведения выборов связано в первую очередь с работой над бюджетом страны. Президент согласился с мнением народных избранников, посчитавших, что отвечать за исполнение главного финансового документа должен тот, кто его принимает.